мои, и снова чудесный день в горах. Ура! Сегодня мы идем на гору Ялангас. Салават ведет свой блог. Я просто записываю. Привет, Салават! Привет, Салават, привет! Я только начинающий блогер, но скоро буду блогером. Товарищи, ребят, прошли 7.5 километров. Перекусили, покушали. Не снимал, начал снимать. Да. А я тоже поел. Салаватиком поели. Все, покушали, все очень. Ребята, товарищи, прошли мы 11 километров подъема. Ну, с самого начала, ребят, товарищи. Немного километра, и мы будем на вершине горы Ялангас. Республика Башкортостан, Белорецкий район. Сейчас я поднимаюсь. Это у меня репортаж. В общем, мы находимся в Башкирской Швейцарии. Вот. Покажу вам сейчас, какой здесь прекрасный вид. Как видите, золотая осень. Ни метель, ни буран, ни пурга. Просто, блин, красота. О, Салават наконец-то за съемку. Да, ура! Ребята, товарищи, снова чудесный день в горах. Высота 1297 метров над уровнем моря. Гора Ялангас. Открытая гора переводится. Ну, еще много, несколько переводов есть. Мне больше этот перевод нравится. Вот. Покажу вам сейчас гору Ямантау. Самая высокая гора на Южном Урале. Как видите, Ямантау. Злая гора, как бы переводится. Вот. Это все компьютерная графика. Это все не настоящее. Это все нереальность. Это просто система, матрица. Офигеть. Золотая осень, вон такая. Красотища. Наталья, блогер, увлечена этой красотой. Я смотрю на всю эту красоту, ага. Потому что красота внутри, красота снаружи. Ямантау. Сейчас мы возвращаемся к автобусу и в город Челябинск. 5 часов дороги. Буду спать в автобусе. Привет. Девчонки, привет. Привет. Посмотрите, привет. Вот футболки, видите? Я на горе в футболке. Помните прошлую субботу и эту субботу? Вот. Климатические зоны поменялись. Я одет так же, как и был одет. Иду. Все, погнали. Друзья, мы идем делать общее фото. Мы спустились с вершины горы Ялангас. И попили чаек, и поели. Общее видео. Да, 123. Ура, миллион еще немножко осталось. Да, миллион. Это за год накопилось. Там выбирают завалы, деревья всякие, так вот там пишут. Тоже думаю, так себе внутри себе, блин, прогулялся вообще нормально так по природе. Там. Ну, помог, поубирал, как бы. Мы вообще-то разметку делали и мусор собирали. Ну, мы большой щиточок мусора собрали. И в основном все пластиковые бутылки. Нет, в основном вот пластиковые бутылки. То есть мне так не знаю, может уже разложиться успели. Хотя они же не разлагаемые вроде. Ну, погана ее помимо пола, давай все просто. Блять, ну зайдите его хоть подальше куда-то, не упрям, вот тут вдоль дороги. Лёш, а ты был на Таганае, когда он был бесплатным? На Таганае в 2010 году, он тогда был еще бесплатным, лет 9 или это год.
Вы представляете, вот так вот идешь по тропе поверхней, а у тебя вот просто все в коробках от сока, все в каких-то пакетиках. То есть никто там ничего не убирал, абсолютно. Там такой срач, простите, стоял. И вот то, что стало потом, когда все-таки сделали платный вход, убрали, да, и убирают, я прямо, если честно, радуюсь, что вход платный. Вот да. Правда. Нет, конечно. Потому что да, я застала бесплатно. Если видишь, что на что эти деньги тратят, да. То не жалко там. То есть вот я застала в сравнении, для меня, конечно, лучше платный вход. Да. А на девятку я всегда ездила платно, и он, мне кажется, очень сюда. Так а что платный? Все златоустовские все равно бесплатно туда стоят. Ага, и вон на Черную скалу поехали. Прикинь, семья идет, ящик пива тащит туда. Сели на лавочке на Черной скале и пьют пиво. Супер отдых. Ну вообще, это вообще какой-то недельный чудо, я не понимаю. У нас история была, поехали на Калгазу, Санька ездил как раз. И, короче, мы пытались этих моралов пофоткаться позвать. Они там гуляют в поле. Мы их там и кыс-кыс-кыс, и цыпа-цыпа-цыпа. Короче, как мы их только не звали. А они на нас не обращают внимания, все тут. Выходит смотритель из домика такой, вот так, и сказал, Люба! И морали, а ты прибегает к нему. Люба. Я так думаю, блин, если бы я знала, что так можно. Это вообще, мы реально как только там их не звали. Какая-то Люба. И она реально прям прискакала, стоит и морду подставляет свою. Вообще. Нет, походу это весело, даже если тяжко. Да, это тяжело, это забывает. Да, да. Товарищи, ребята, завершился наш поход. Чудесный. Лайтовый, просто невероятно лайтовый поход на гору. Ялангас. Открытая гора, мне больше этот перевод нравится. А другой перевод мне нравится. Дождь змеи, змея дождь дочери. Да, непонятные какие-то переводы. Ребята, вот, прошли, в общем, сегодня 24 километра, если точно, да? 23 400 на данный момент. В общем, округлим. Мы автобусы не дошли. Ладно, 23, товарищи. Вот наш автобус здесь. Вот он. Покажу вам автобус. Вот наш автобус. Сейчас будем возвращаться в Челябинск. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Ладно, всем пока. Будьте здоровы.